Привет, ребят! Сегодня мы с вами сделаем самый простой стреляющий пистолет из бумаги. И для этого нам понадобится лист бумаги, паста от ручки, маркер, резинки, ножницы и скотч. Теперь мы берем наш маркер и один лист бумаги и берем и сворачиваем такую трубочку, чтобы маркер был в середине этой трубочки, чтобы как раз было по размеру она. И склеиваем ее. А теперь берем нашу трубочку и вытрушиваем из нее наш маркер. Если он не вытрушивается, проталкиваем там чем-то маленьким, например, ручкой там. Вот, и он вытрушивается. А трубочка у нас получилась, так что пока ее откладываем. Берем лист бумаги, берем нашу пасту от ручки, ставим вот так вот пасту от ручки в угол и накручиваем вот такую тоненькую трубочку отсюда до того угла и заклеиваем скотчем. Такая вот трубочка у нас должна получиться. Теперь берем ножницы, берем нашу маленькую трубочку и отрезаем вот эти вот края, чтобы они стали ровными. С двух сторон так делаем. Теперь берем, вот наша трубочка, да? Угу. Берем один угол. Вот сюда вот ставим резинку. Зажимаем вот так вот этот угол. Вот так вот. Вот так вот зажимаем. И заклеиваем скотчем, чтобы оно там соединилось. Вот у нас получилось. Берем теперь примерно вот такой вот листик бумаги. И сворачиваем его вот так вот трубочку. Вот так вот. И заклеиваем его скотчем. Вот такой вот у нас должен быть. Теперь закрепляем где-то вот так вот его на стволе тоже скотчем. Теперь берем и сворачиваем вот так вот в трубочку. Засовываем в середину туда маркер. И разрезаем пополам. И у нас получается ручка для нашего пистолета. Теперь берем и разрезаем. Вот, ставим вот так вот руку. И как вам удобно, отрезаем где-то вот так вот. И у нас получилась ручка. Теперь нам осталось приклеить ручку. Но приклеим мы ее вот так вот под углом, так что берем нашу ручку и срезаем вот так вот под углом, чтобы у нас она прилегала к пистолету под углом. Можно все это дело делать клеем. Я прикрепил нашу ручку, но можно сделать это, конечно, аккуратней. Пистолет готов. Теперь засовываем вот эту вот трубочку сюда и закрепляем нашу резинку. Я знаю, что вам ничего не видно, но сейчас будет видно. Вот сюда вот. Можно, ну, она пока слетает, можно даже ее там скотчем прикрепить. Вот сюда вот ее закрепляем. И теперь, чтобы выстрелить, нам надо оттянуть эту штуку, заложить в ствол патрон и выстреливаем. Берем наш листок бумаги, отрываем, скомкиваем его вот такой вот патрончик. И наш патрон готов, им можно стрелять. Вот такой вот пистолет из бумаги у нас с вами получился. А если вам понравилось видео, ставьте лайки. А захотите, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока, ребята!